Здравствуйте, 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 дорогие друзья! Привет всем любителям и поклонникам футбола! Говорит и показывает Нижнекамск, стадион «Нефтехимик». 23-й тур Мелбет первой лиги продолжается в Нижнекамске. И, собственно, поехали! Как говорится, Артем Котик вел мяч в игру и сразу длинный туда заброс вперед. Такой стандартный сыграл Сиддиковым. Подача на дальнюю штангу. Галиуллин, скидка в центр. Базилюк, Берник. Кто будет бить? В итоге опаснейший момент, но после рикошета, да, мяч улетел немножечко в сторону. Разыграли. И вот такая вот комбинация. Сурукян, здорово, можно бить сразу. Передача, это и гол! Волгарь открывает счет в этом матче, но это действительно, это тоже домашняя заготовка. Как же классно туда Сурукян-то ворвался, вбежал, но мяч все-таки, похоже, на Козлова будет записан, потому что, как мне кажется, он его коснулся до линии ворот. Я думаю, в Нижнекамске этого парня будут еще долго вспоминать. Здесь сигнализирует Галиуллин, что была игра рукой. А здесь пенальти. А здесь пенальти или нет? Нет, Галиуллин. Поэтому не будем, как говорится, спорить. Правила Иван Сараев точно знает лучше, чем мы. Здесь Волгарь в хорошую атаку идет. Скидка под удар неплохо. Заряжал сейчас левой ногой Ведерников. Где-то продавил нижнекамца. Вот смотрите, очень активно шли. Гости вперед, и здесь вот под удар, и Денисов первый на мяче через Сиддикова. Умарат, хорошая левая нога, пошла подача, Котик, удар в дальний угол, но опять же, да, как следует, получится какой-то яркий, богатый на забитые мячи, удар Лайкин, едва сейчас счет не сравнял в сантиметрах от штанги. Потому что, ну, одно дело выходить на второй тайм, проигрывая. Ой, Москвичев здорово зарядил, но было это после свистка. Но нижнекамцы быстренько начинают. Лайкин, здорово вот здесь. Лайкин, передача, момент, Базилюк прощает сейчас Константин. Волгарь, отличный момент. И хватается за голову 28-й номер нижнекамской команды. Мол, как я так не попал. Но действительно, продвигаются, заброс... Опять же, достаточно простой, но тут здорово. Базилюк поборолся, и Котик с разворота неудачно пробил. И тут еще дальше Сиддиков. И пошел навес. Галиуллин в центр. Базилюк, Галиуллин, удар. Галиуллин! Галиуллин забивает все-таки. Ну вот тот, да, на кого эти надежды возлагались, тот и забил. Вагиз Галиуллин опытнейший. Самый опытный футболист в составе нижнекамской команды. Он, в принципе, и решил исход этого момента. Где надо, убрал на паузе. И пошла подача в район 11-метровой отметки. Денисов головой на месте. Смирнов. Но тут опять же хочется сказать, что не самый лучший удар у Денисова получился. Неплохо, но здесь активен сейчас игрок Волгаря. Хороший момент, передача, и забивать здесь надо. И будет гол, нет, Калугин спасает нижнекамцев. Вот это эпизод. Лесников сейчас мог стать героем просто этого матча. Но пока герой этой встречи Никита Калугин. Волгарь, звучит свисток, и ничья. Ничья в матче 23-го тура между «Нефтехимиком» и «Волгарем» 1-1.